Папаша с мамашей воспитывают раненого бойца. Вчера его ранили нечаянным образом. Покусали маленько другие щенки. А теперь вот живет он не с другими щенками, а крупно ему фартануло. С папашей и с мамашей. Мы прям боялись, что папаша начнет обижать, потому что он огромный, может и лапой задеть, и рычит потихоньку, воспитывает. Но тут у нас идиллия полная. Это выглядит вот так. Мать уже убегает, зубы острые, кормить не хочет. Но Симба у нас попал в рай. Вот. Папа не отходит. Хасар. Хасара. На. Не загоняй малыша. Хасарик. Ну-ка, перестань малыша обижать. Да он его не обижает. Я просто боюсь, что он большой и может его задеть лапой. Приходится следить. Хасарик у нас добрый. Он просто других собак не любит. Но вот я боюсь за щенков, конечно. Ну-ка, перестань. Перестань. Все. Малыша, не надо рычать на него, малыша. Он же маленький. Ну, это все выглядит вот так. Симбуня, Симбик, ты маленький котенок, собачий ребенок. Иди, 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 не рычи. Вот. Так, такое у нас приключение.